Всем доброго времени суток, с вами канал Артмания, и сегодня у нас видеообзор на вот такие влажные салфетки для детей. Покупала я их в фикс-прайсе, вот, за 55 рублей, вот с такой штучкой. Раньше они стоили 50 рублей, но не было вот такой вот маленькой открывашечки. Вот здесь также 120 штук, вот. Фотографии на все это будет в конце ролика. Также куда можно взять в путешествие, на прогулку. Вот. И что хочу сказать сразу, я пользуюсь ими уже очень давно. Как только родился у меня малыш, я сразу же купила именно их. Вот, они мне очень нравятся. И единственное, я их всегда смачиваю водой. Вот, ну, стараюсь их как бы отжать как следует, потому что все-таки это кожа ребенка, и в составе тут неизвестно, что находится. Я не думаю, что тут прям все супер. Вот, посмотрите, спирт, цитриновый спирт, ра-та-та, вот тут состав просто гигантский. Да. Да, вот состав пропитывающего лосьона. И, конечно, стараюсь максимально его отжать. Был даже один раз, я очень хорошо пыталась отжать, настолько хорошо отжала, что у меня просто вот так вот руки покрылись красными пятнами. Не знаю, это я пыталась уже отжать раз пятый, шестой, там замачивала, отжимала, замачивала. Вот, теперь я сейчас делаю по-другому, я вытаскиваю салфеточку, ее мочу, и только потом что-то вытираю ребенку, если я дома нахожусь, например. Вот, ну и давайте же их посмотрим. Также хочу сказать, что вот эта вот открывашечка очень хорошая, она не ломается, что очень-очень радует. Вот она так открывается. Здесь наклейка, которая очень нравится моему малышу. Вот, также вот она. То есть даже вот тут вот эти вот, они не ломаются. Сколько бы ни открывала, и ребенок у меня играет потом с ними, туда-сюда эти дверцы. Вот даже сейчас вам для примера покажу. Вот она моя старая, уже законченная. И также эта дверца, вот она работает. Вот она туда-сюда. Вот. Ребенку очень нравится играть с ними. Так, давайте их посмотрим внутри. Вот она липнет. Смотрите, какая она большая довольно. Кстати, читала отзывы, что там якобы она стала маленькая. Нет, смотрите, она большая. Эта пачка новая, покупала ее недавно. Смотрите, насколько хорошая, довольно плотненькая. За каких-то там 55 рублей, 120 штук, довольно хорошая. Ну, естественно, она уже почти сухая. Вот. Ну, это ничего страшного, я их мочу водой, все смачиваю водой. Также, кстати, можете посмотреть лайфхак у меня на влажные салфетки, которые я беру в кафе, которые на улицу беру, чем я их там смачиваю. Вот, ссылка, может быть, будет на экране этого ролика. Тянется, можно его растянуть. В поездках, кстати, на море вот или куда-то, я из них даже бинты делаю, растягиваю вот так вот, если, допустим, что-то забинтовать надо, потому что бинты, которые реально продают, они мне не нравятся, они совсем тонкие какие-то. Ты вот оттягиваешь ее. Высушиваешь, и все. Довольно длинная, даже в камеру, смотрите, не умещается. И, допустим, какой-нибудь там палец можно легко очень даже забинтовать. Вот так он забинтовывается. Опять вот так сюда. Вот
И в конце даже, да, будет в конце все просто. В конце мы подкладываем так вот пальчик. Закручиваем сюда или снизу можно. Лучше сюда, по-моему. Так, где она? Вот. Ну, там вот как-то так вот. Вот так я, в принципе, забинтовываю. И вот это вот сюда вот. И все. И все хорошо, и все целое. Ничего нигде, никакая грязь там не забивается. Вот. В принципе, из этих салфеток можно делать много чего. Иногда даже, кстати, от скуки, когда руки, допустим, вытрешь, девать ее некуда, в поезде едешь там или в электричке, можно из них сделать каких-то зайчиков. У меня получались там, его скручиваешь. Там как-то так вот у меня было. Ну, там и так далее, короче. Не знаю, сейчас я не сделала, давно не делала. Но что-нибудь придумать всегда можно с этими салфетками. Вот. Ну, сейчас, конечно, у нас речь идет не об этом. Салфетки действительно очень хорошие, но смачивайте их обязательно водой. Я, знаете, вот прям кладу ее вот в раковину, кладете, вот нажимаете вот так немножко, видите, там вот получается бугорок, и вот она оттопыривается. И вот туда я прям заливаю струйкой, тоненькой струйкой из крана воды. Много-много-много наливаю. Даже, знаете, ничего страшного, то, что много будет воды там, то, что вы ее не отожмете. Салфетками ничего не будет. Они не протухнут, не заплесневеют, не сгниют у вас. Не знаю, там реально настолько состав такой хороший, что с ними ничего не случается. Я даже вот прям заливала воды, я чувствовала, что у меня вот тут по бокам есть вода. Вот, так что пробуйте, не бойтесь. Ну вот, в принципе, все, что хотела сказать, наверное. Они там сложные, аккуратно вот они вытаскиваются. Все хорошо. У меня даже ребенок научился их уже вытаскивать. Смотрите влоги наши, как мы проводим время с сыночком. Вот, на сегодня это все. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот. И всем пока-пока.